Electric Defender от Atelier ECD получит компоненты Tesla. Atelier ECD Automotive Design из Kissimmee, штат Флорида, обнародовала проект электрической конверсии классического внедорожника Land Rover Defender. Заявлено, что в ней будут использованы детали от силовой установки марки Tesla, видимо, электромотор в первую очередь. Вместимость аккумулятора составит 100 кВт-час, запас хода на зарядке 220 миль, то есть 354 км. Заправка от колонки переменного тока займет 5 часов. Американцы обещают разгон с нуля до 60 миль в час, то есть 97 км в час, за 5,5 секунд. Цена внедорожника не названа. Если ориентироваться на бензиновых собратьев от ECD, она явно превысит отметку в 200 тысяч долларов, то есть 14 миллионов 900 тысяч рублей. Но сюда войдут доработки и в подвеске, и в интерьере. Возможности персонализации автомобилей в ECD огромны. Для Atelier ECD этот проект несколько неожиданный. Ранее компания прославилась вживлением в классические Defender могучих восьмерок от концерна GM. И на фоне нынешних низких цен на нефть и бензин в США обращение к электрической теме выглядит несвоевременным. С другой стороны, Electric Defender преподносится не как смена курса, а лишь как расширение ассортимента у Atelier. Уместно вспомнить, что классический Defender в электрокар как-то превращала и сама компания Land Rover, но только в виде эксперимента. А у полностью нового Defender чисто электрической версии не запланировано, хотя будет выпущен заряжаемый от розетки гибрид.